Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Политика есть суть продолжения экономики. Европейский союз. Он за эти годы сделал все для того, чтобы оказаться очень привлекательным. Когда мы говорим о Евразии, это не значит, что все, ребята, забудьте про Европу. Да нет. Вот как социалисты как раз здесь говорят, мы не хотим железный занавес с Европы, мы хотим снять железный занавес с России. Да, как раз 13-й съезд социалистов закончился именно вот на этой ноте. И прямо был главным слогом «Молдове быть». И мы, конечно, полностью это поддерживаем.